Ребята, всем привет, всем моим подписчикам, всем добрым людям, всем-всем огромный привет. Ребят, ну у нас погодка так более-менее нормализовалась. Днем у нас где-то минус 5, минус 4, и ясно. А ночью доходит до минус 17, 15, как бы вот так вот. Но вообще прекрасная погодка, прям тишина такая, прям снежочек хрустит, вообще прям пока все спокойно. Такой мне видосик по моему УАЗику хочу заснять. Я одно время, ребят, боролись мы с отцом долго с рулевыми наконечниками. Вот. И в итоге всегда ставили УАЗовские рулевые наконечники. Там они подтягиваются, поджимаются. По луже проедешь, нужно по-любому его это смазывать. Прям вот, грубо говоря, поездил день, да, по грязи, по луже. Все, утром уезжать, смазал его, и чтобы они подольше походили. Вот. Ну, проэкспериментировал я сам, как бы. Попробовал, вкрутил рулевой наконечник. Вот он. Видите? Это рулевой наконечник от Газели. Вот. Он уже стоит, наверное, месяца 4-5, наверное, у меня стоит. Я вот ездил, как бы, и он нормально себя чувствует, уверенно. Вот, а... Да, месяца 4 где-то у меня стоит. И вот месяца 4 назад вот эти наконечники я ставил, видите? Я... Маш, не маш, их, в общем, разбивает. Нужно подтягивать снизу здесь, по-моему. Я этой херней заниматься не буду. Я решил, короче, перейти на наконечники от Газели полностью, короче, их поставить. Вот, я возьму сейчас под донкрачу, сниму колеса передние. Приедет парнишка знакомый, Ромка, у него есть такие разверточки. Развернуть нужно здесь, то есть во всех вот этих трех местах развернуть мне, чтобы газелевский наконечник под кону заходил. Вот, и все. Сюда и вкручиваешь также. Сам я на нем развальчик тоже делаю, ось хождения. Да. Вот. Да и ездил, как бы, и нормально все. Так что такой видосик у меня. Буду еще ставить наконечнички от Газели. Вот. Наконечники я покупал в магазине нашем. Они газовский, именно газ, фирма газ, типа как оригинал, короче. Ну, оригинал, говорят, правильно, правда, нет, не знаю. Ну, посмотрим, так-то по смазке можно судить, их прям здесь набита смазочка хорошо. Вот. Мне нужно, значит, два поменять левых и один правый. Вот так вот. Ну, сейчас я займусь этим вопросиком, пока погодка позволяет, можно повозиться. Вот, ну, в процессе, как мы будем делать, заворачивать их разверточкой, примерять, заснимаем. Так, мужики, ну, разобрал я, разморозил газом, короче, разогрел тут все. Вот, наконечники, короче, в таком состоянии, вообще ни в каком. Вот тут они подтягиваются, потом они смазываются. Разбиваются, опять смазываются, подтягиваются. Короче, такая херня. Буду ставить вот такого фасона. Короче, что для этого нужно? Для этого нужно по 3-4 виточка отрезать здесь, на самом наконечнике рулевом. И где-то сантиметра полтора укоротить чуть-чуть тягу, ребят. Саму рулевую тягу. Проточка там глубокая. Вот, но для чего укоротить нужно сантиметр-полтора? Для регулировки схождения. Потому что, смотрите, вот он, УАЗовский родной, у него резьба до конца проточена. И сюда гаечка наворачивается. Вот эта гайка, она потом наворачивается, чтобы зажать труба, чтобы не крутилась. А здесь вот на новом проточке, видите, какая? Он, во-первых, длиннее сам, и плюс не до конца проточенный. Вот. Поэтому здесь нужно чутка его обрезать, пару виточков, сейчас срежем, и чуть-чуть трубу укоротить для вот этой вот гайки, чтобы
потом схождение, короче, выполнить. Вот, сейчас приедет парень, разверткой мы, короче, здесь это все развернем, чтобы заходили наконечники. Тут не сильно, немного надо разворачивать. Пусть я буду называть так, разворачивать, короче, видите? Видите, короче, вот здесь вверх получается чуть конусом сделать, ну, чтобы вышло хотя бы вот так вот. Ну, затянулось, чтобы, да и все. Сейчас приедет парень, и мы это все, короче, с ним организуем. У него развертка есть. Так, ребят, ну, короче, вот уже один мы наконечник сюда вставили. Вот так вот нарезали, короче, резьбы вот такими темами. Так, ребят, ну, закончил я с наконечниками от газели. Вот, установили мы, короче, все здесь прошли, развернули в каждой, короче, в сошке, в кулаках. Вот, установил я наконечники газель. Вот, они такие, как бы, хорошо прикрытые. Мне нравятся вот эти пыльнички. И плюс они покрепче будут, чем уазовские. Вот. Пришлось нам что здесь делать. К сожалению, я не получилось показать, потому что камера села. На холоде очень быстро садится, короче, косячная хрень. Вот, ну, в итоге вот, все, значит, на одной сошке рулевой тяги, то есть наконечники, да, вот газелевские поставил, и на второй. Вот. И что еще пришлось сделать с нижней вот этой, значит, трубой? Получается, мне пришлось где-то сантиметра полтора обрезать, короче. Вот, ну, трубу эту обрезать здесь. И то же самое пришлось обрезать здесь. Для того, чтобы был ход для регулировки схождения. Вот. Проточка здесь еще ее много. Я просмотрел это все, просмотрел, да, и потом обрезал, короче. Ну, было, правда, долго, пришлось замерять, как бы, да, чтобы хватало более-менее регулировки хода вот этой трубы для схождения. Вот это все я, короче, вымерял, обрезал. Все, теперь хода достаточно хватает, и регулировать прямо отлично, короче, схождение. И получается, я регулировал, может быть, чуточку неправильно, мужики, но по трассе сегодня ехал, вообще все идеально, руль отпускал, никуда вообще не тянет, вообще никуда. По сухому, я имею в виду, асфальту. Вот, до заправки там уезжал, как бы, и по трассе, то есть до поселка здесь нормально доехал, вообще не кидает, не тянет ничего. Замерял я вот отсюда, вот прямо вот сюда, короче, рулетку с парнишкой, раз, и протягивал, то есть до того, от диска до диска. Вот, и разница у меня получилась где-то 5 миллиметров. Вот трубой скручивал, измеряли с этой стороны и с внутренней, соответственно. Вот, и выровняли по рулетке, в нули сделали. И все, поставил, вот поехал, все четко, короче. Я давно хотел заморочнуться, поменять эти наконечники, потому что родные уазовские недолго служат. Вот, вообще недолго. И они прям сильно разбиваются, надо подтягивать. Ну, кто знает, у кого уазики, наверное, поймут, о чем я говорю. Ну, теперь как бы все помощнее и посильнее. Со второй, с этой тягой нужно что еще сделать? Вот рулевая сошка сейчас, она, в принципе, почти, можно сказать, в правильном положении. Ну, относительно, чуть-чуть ее сюда еще сдвинуть. В общем, тоже эту тягу нужно подобрезать. Я не стал, ребят, вот эту, она и потоньше сама труба, но проточки хватает. То есть, может быть, попозже сделаю. Единственное, что в одну сторону, грубо говоря, там 2,5 оборота, а в другую 3, да, вот так вот. Ну, то есть, чуть-чуть надо отрегулировать. Руль у меня такой, как бы, советский еще, то есть... без всяких там этих тем, ну вы поняли, вот он, то есть, короче, руль, да, мне здесь не надо, что никакие надписи ровно не стояли, так что я вообще не парюсь этой штукой, вот, ну а так, в принципе, нормально все работает, говорю, сегодня по трассе ездил, все отлично, не трусит, не болтает, наконечники эти крепенькие и работают. Посмотрим, насколько их, конечно, хватит и как они себя, в принципе, поведут по километражу, надолго ли их хватит или нет. Вот. Ну вот такой, короче, видосик. Еще, ребят, хочу я, у меня в планах, и давно еще мечта, когда только УАЗик этот мы с отцом приобрели, дисковые тормоза поставить наперед. Назад не хочу, вообще никак не хочу. Хочу, чтобы спереди дисковые были, а сзади пускай барабаны будут. Вот. И это,
начал я потихонечку подготавливаться к этому моменту, потихоньку. Вот я заказал только, там же такие планшайбы переходные есть с чехлами защитными от грязи, там это для диска. Мне только еще нужно суппорта купить и диски, и длинные шланги, и все. И тогда буду потихоньку собирать. Ну, засниму это, покажу. Так-то видосов в Ютубе много, как ребята все переоборудовали сами диски и тормоза, как они там что подтачивают, что утачивают. Ну, короче, как подгоняют. Ну, вот так вот. Ладно, мужики, вот, короче, такой вот видосик получился по моему Орлику, УАЗику.